Вы ездили к Софии Султан, мама? Она пригласила Османа в старый дворец. Пытается между нами посеять рознь. Но брат понимает ее цель. Он никогда вас не предаст. Войди. Госпожа. Айше, а сейчас иди к детям, надо их уложить. Госпожа. Хюмашах Султан, кажется, решила пойти на обострение. Подарила наложницу нашему повелителю. Говорят, хранитель покоев Искендер выполнил ее приказ и девушку к повелителю отвел. Ее имя откуда она? Ничего не известно. Дженет. Мира они не хотят. Видно, им мало смертей, и они думают, как дальше сеять раздор и измены. Искендер. Госпожа. Ты к повелителю, говорят, девушку отвел. Это подарок Хюмашах Султан повелителю. Меня попросили ее сопровождать. А ты в ней уверен? Знаешь, что это за девушка? Она может причинить вред повелителю. Хюмашах Султан не могла замыслить недоброе. Она дочь София Султан, не забывай об этом. У меня нет к ней никакого доверия, Искендер. И ты будь на страже. Безопасность повелителя — твоя главная забота. И не только его, а Шахзаде тоже помни. Аллах упаси, и они могут пострадать. Госпожа, вы напрасно волнуетесь. Повелитель и ваши Шахзаде не одни. Я приставил к ним самых надежных людей. Надеюсь, что так. Карета готова, Эйджан? Готова, госпожа. Так вы уезжаете, госпожа? Пока повелителя и Шахзаде не увижу, у меня на душе не будет покоя, Мелики. Веряю тебе своих детей. Иди. Как прикажете, госпожа. А Искендер куда подевался? Я не знаю, госпожа. Может быть, он у повелителя. Иншалла. А то у меня появились какие-то недобрые предчувствия. Госпожа! Госпожа! Госпожа, быстрее! Шахзаде Ибрагим! Весь горит, у него жар! Вы к нему лекаря позвали? Конечно! О, Аллах, убереги его! Скажи мне, что с ним? У него сильный жар, госпожа. Нужно как можно скорее сбить его. Мой малыш. Он весь горит. Быстро принесите лед. Успокойся. Мама с тобой. Дорогу! Султан Ахмед Хан Хазрет Лири. Ахмед, слава Аллаху, вы здесь. Как мой сын? Как Шахзаде? Ему уже лучше. Я очень испугалась. Нам не удавалось сбить жар. Ибрагим. Сынок мой. Ибрагим.
Сейчас плохое позади. Ну и напугал же нас наш маленький брат. Каждую ночь я молюсь, чтобы Аллах уберег от потери ребенка. Аминь. Когда-то очень давно я обещала, Ахмед, что много дочек и шахзаде подарю тебе. Теперь смотрю на нашу большую семью и радуюсь. Источник моего счастья, Кюса. Благодаря тебе мои мечты осуществились. Наша династия выросла, и ее корни стали сильнее. Как наш шахзаде, госпожа? Ему уже лучше? Лучше, слава Аллаху. Жара больше нет. Джанет, что известно о девушке, которую Хюмашах Султан прислала? Где она сегодня находится? Мы о ней не думали, госпожа. Нам было не до нее. Да и вам расстраиваться не стоит. Да разве ж повелитель на кого-нибудь посмотрит, кроме вас? Меня беспокоит не это. О девушке ничего не известно. Хюмашах Султан послал ее к повелителю. А вдруг она задумала недоброе? Вижу, все хорошо, Кесэм. Мне сказали о болезни шахзаде, и я очень за него тревожилась. Слава Аллаху, теперь все позади. Благодарю, госпожа. Мы тоже испугались. Мне сказали, вы к повелителю девушку отправили. Девушка очень мила. Умна. Хорошо. Неплохо воспитана. Я посчитала повелителя, она достойна. Возможно, ты против? Нет. Но только пока она будет повелителю верна. Должно быть, так и есть. Они ведь вместе вернулись с охоты. После этого ее поселили на этаже для фавориток. Она возвращается вместе с повелителем с охоты. И ее сразу отправляют на этаж для фавориток. А я об этом от Хюмашах Султан узнаю. Простите, госпожа. Вы с шахзаде Ибрагимом все дни проводили. Я собиралась позже рассказать. Что вы думаете об этой девушке? Она красивая? Говори же, Эйджан. Ничего особенного, госпожа. Таких девушек много. Джанет, выясни, что и как. Я должна знать обо всем. Где была раньше и, главное, откуда она родом. Я буду стараться, но не смогу от наложницы избавиться. Это все козни Хюмашах Султан. Выбрала способ досадить вам. Вот и нужно об этой девушке все узнать.
Хюмашах Султан с такой радостью эту новость мне сообщила. Девушка появилась неспроста. Подкинь дров, разведи огонь сильнее. Я же говорила, госпожа, ничего особенного. Как ее зовут? Ясемин. Госпожа, вы... Ты что, с ума сошла? Кто позволил обращаться к госпоже? Достаточно. Пошли. Девушка мне показалась искренней. Она довольно простодушна и воспитана. А меня что-то беспокоит, Эйджан. Я не могу этого объяснить, но она может оказаться не такой уж безобидной. Будьте настороже, Эйджан. Не оставляйте ее наедине с повелителем, это опасно. Да. Госпожа, шейхзаде Мустафа Хазрат Лири во дворец вернулся. Такова воля повелителя. Это хорошо. Он достаточно горе перенес. Повелитель. Проходи, Кисан. Она хорошо рисует. У нее талант. Я попросил нарисовать меня. Что скажешь? Правда хорошо? Мне не нравится. Этот портрет не закончен. Меня нет на нем. Но я вижу, у нее и правда есть талант. Пусть она нарисует нас с тобой вместе. Отличная мысль. Конечно, пусть нарисует. Можешь вернуться в гарем. Ты вернул шахзаде Мустафу во дворец? Так мое сердце мне подсказало. Моя совесть избавилась от тяжкого груза. Я этому рада. Ведь именно поэтому тебе так плохо спалось. Я волновалась. Боялась, что ты можешь из-за этого заболеть. Приготовьте постель. Войди. Госпожа. Что случилось, Хаджи? Мне неприятно об этом говорить. Но, полагаю, вам лучше это от меня услышать. Говори. Повелитель
приказал на эту ночь Ясамин Хатун для него подготовить. Что такое, госпожа? Мне знакомо все это. Напоминает мои края, Эйджан. И то место, где я родилась. Уходит. Вот-вот наступит осень. Когда ты рядом со мной, для меня весь год весна. Пожалуй, на сегодня хватит. Потом продолжим. У меня много дел, я должен уйти. Что ж, неплохо. Эти места ты откуда знаешь? Я просто так рисовала. Неопределенное место.
Прошу, госпожа. Госпожа? Хранитель покоев. От Мехмеда Гирея получена весть. Он просит аудиенции. Уверяет, что вопрос весьма важный. Если хотите, можем поехать вместе, госпожа. Не нужно. Оставайся с повелителем. Госпожа красивая, правда? Возвращайся в гарем. Thank you.